Всем привет. Так, я, короче, взял бетонные плиты. Угу. Тащу на мост. Я забыл опять, что там нужно для восстановления моста. А, запасные части две штуки. Это, по-моему, на станции обслуживания есть. Да, есть. Если кто-то там будет мимо проезжать, возьмите. Я могу одну штуку взять. А, да, кстати, ты же сейчас приедешь как раз туда. Ты сдашь это и привезешь то на мост. Заебись. Все будет у нас с вами в шоке. Ты забрал, да? А, все, вижу. Темно стало. Тебе налево. Так, а мне... О, фары включились. Мне налево? Да не тебе, а Фили. Да я вижу. А давай. Мне что делать? Westline V6 2350T. Старый мощный производитель. Звучит круто. Но не слишком экономичный. Че, куда мне надо? Можешь ехать на другую вышку, вот которая одна осталась. Нихуя себе фонари хуярят. День наступил сразу, как я заехал. Хорошо, я постараюсь. Нет, ну долбоёб! Ебучий столб. Так. Как твое поручение называется? Моё? Да. Ремонт моста. Восстановление моста. А, там две запасных части надо, да? Да. Все, заебись, поехали. Только я подзастрял маленько. Хули поделать. Вот я стою и думаю, что поделать. А я сейчас прицеп нахуй отсоединю. Пролезу чуть-чуть вверх. Без него. И его лебедкой подтяну. Так, надеюсь, правильно. Опа, контроль. Я на тормозе ручном еду, нихуя себе. Ну что ж у вас за это? Приколы такие. А почему она едет на ручном? Это новое... Потому что полный привод же. Кайфовать. А я думаю, что так медленно еду? Потому что на СТО пора уже подтягивать трафик. Не надо, я только недавно починился. Новая. Не бита, не крашена. Бля, а куда везти-то, ёбаный брат? Кого? Подожди, я еще не сдал плиты. А, ёб, давай, сдавай. Ты я забрал, вот дал улучшение? Я тут подъехал туда. А что ты с этой стороны подъехал, с той стороны не мог подъехать? Ну, мне с этой было ближе. А, понял. А, ты же бетонный плит забирал, точно. Да. Давай. Так, сейчас приду. Хорошо. А тут где-то у гаража? Ой, я не помню. Может и есть, но просто он не открыт еще. А может и нет вообще. А если эвакуироваться, на гараж не открыт? Это тебя на предыдущую перекинуть. Федя, я сдал. А, он ушел, блядь. Колян, ты там... А, ну там поручение сейчас возьмешь. Поручение? Вот тут, если тебе дальше чуть-чуть проехать по асфальту, там типа труба там упавшая там... будет. Ну да, а, и надо взять поручение это. Там есть вот это поле? Сейчас. Посмотри, потому что я не помню, тут оно берется. Какая луна красивая, вы это видели? Что-то не... А, вон вижу, да, прикольно. Бля, чё я сейчас не вижу, да что такое? Почему камеры тут не эти самые? Не-а. Нету? Жалко. Угу. Нету, не то, да. Да, Влада, активируй, пожалуйста, контракт Morrison Mining, припасы для лесопилки. Угу. Угу. Так? И чё, у кого рядом, можете взять. А я за вышкой ехала. Нет, ты ехай за вышкой дальше. А. У тебя ж ни прицепа, ничего нет. Ну да. Я на скаутах вообще, блядь, с прицепом не очень люблю ездить. Ну, только вот на своем, на этом. Я вообще с прицепом не очень люблю ездить.
Хотя, короче... наверное, твою пепу не осилил. О-о-о. Скоростная коробка. Отличный КПС с дополнительными шестернями. Так, так стоп, а чё? Я не туда поехал. Бля. Почему? Взяла поворот, пропустила. Ой, мда. А, блядь, что жесть. Че там? Да я так... Я, короче, ехал за улучшением, а тут деревьев много, очень неудобно. И в итоге я застрял между трех деревьев. Бывает, у меня тоже такое было. Все, я пришел. Как пока? Не мост, скотина. Хорошо. Ой, я ж сказал. Видишь, а ты говорил, я не могу утверждать. Все могу. Ой, боже мой, что пугаешь? Ну я что-то подумал, и то, и третье можно сделать, и вообще все. А я что, и покурил, было? И в туалет сходил, и вообще... И зубы почистил, блядь. В одной руке зубная щетка, в другой сигарета. А ты что? А сам сижу на горшке, блядь, еще и в нас успеваю покуриться. А тут труба. А как объехать? Так, что дальше делать? А кирпичи в воде достать. Ой, кирпичи это, в рот ебать. Это кран надо. Возьми, нет, у тебя запасные части 4 штуки и на лесопилку вези. Это называется квест припасы для лесопилки. Контракт у нас компании Морис. Нашел. Легко. Бля, и как тут? Вот сюда, что ли? А сколько взять, ты говоришь, кого? 4. Запасные части 4 штуки. А у меня только по месяца 2. Ну, бери прицеп. 2. Прицеп надо где-то достать. А прицеп уровень. Смогу. Слушай, не чё, смогу. Выехал, говорю. А, прицеп, о, ты как не раз достану. Там где? Куда мне надо? Ну сколько возьмется, возьми. Ну понятно. Я бы тут еще вытащил бы ремонтный караван, пока я здесь. Давай вытащу и возьму. Интересно, мой план достаточно хорош. Он твой 100 пудов. Ну, это не точно, конечно. Я тут решила поехать там, где нет дороги. А, ты тут нет, тебе надо по маленькой и речку проехать. Ну я так проехал. Я по большому. Но факт ты. По какой? А, ну я не, так. Не проедешь. Я вот так и хочу по маленькой речке. Будь здоров. Будьте. Спасибо. Будем. Блять, сука. Ой. Кто прицеп присоединил? А, нет, это у меня гремит, извините. Блять, я тут с такой длинной хуйней по горам езжу. С ума сойти. Ну что, да. Это я еще как бы на скауте, если что, на секундочку. Ебать, я тяжеленную хуйню везу. Уже это не про хуй? Бля, я вот... А вот думай. У одного тяжеленное, а другого так длиннющее, блядь. Сидят, преувеличивают. Ну. Я вот долго пыталась, ну, удержать их, короче. Хотела пошутить. О,
О, я сейчас сразу два пункта закрою на припасах для лесопилки. Заебись, я сейчас одно задание выполню, сразу возьму запчасти. Я бы не катаюсь. А ты куда едешь? На вышку. Ну, с запчастями. А. Нет, сейчас ты же вроде говорил, какой что хочешь выполнить. Ну, я уже вот взял поручение. А, блядь, а где металлические балки можно взять? А, только ты на заводе, понятно. Ну ладно. Нет. О, Колян, а там вот как раз грузовик стоит. Где? Получается. Да, вот прям если ты прям тупо вперед поедешь, ты в него упрешься. А тут тупо нельзя, тут гора, я в нее. Не, я понимаю, вот тут есть вещи, если ты вот сейчас поедешь налево. Нет, направо, потом опять, потом налево. Вот где черная граничит с сереньким. Вещь стоит. Трехосный. Большой. Сейчас, подожди, пока ничего. Это в какой стране? В стране не открытой вышки. Ой! А кто едет? Ой. А кто едет? Кто едет? Я. Федя едет. Не знаю, у меня фары какие-то появились. Это Федя едет. А-а-а. Так, топливо мне надо. Так, два. Ну удачи мне. Ты узнаешь, справлюсь я. Все, взял. Нихуя, я проехала, прикол. Вот это прикол! Я ой, да тут дороги такие широкие, большие, тут, блядь, вообще лихая. Едем. Блядь, мы тут не проедем, ёбаный в рот. Ну и всё. А где же это поручение-то с ремонтом, это завод? Не то. Блядь, тоже не то, сука. Плохо. Все очень плохо, дорогие. Всё замечательно. Очень? Надо починить вот этот трубопровод. Блядь. Турбопровод. Или, слышь, Федь, а что если... Какая вышка открыта, к которой я еду? Федя, остановись. Ты чё? Чё там? Давай, знаешь, как сделаем. Ты нахуя это сделал? Я туда так ехал. Ты запасные части уже взял? Да, хотел внести на лесопилку. Удали. Знаешь что? Попробуй на завод проехать и взять металлические балки. Просто там вот... если по дороге ехать, там завалено. Спустись где-нибудь вот к речке. Вот где рядом Владу. Видишь? Ой, я сейчас подождите, у меня тут. Это вот ты мне по-человечески вообще сделал. Почему? Потому что мне сказали ехать эту вышку открывать. Ты зачем это сделал? Тебе не сказали. Женек сказал, едь к этой вышке. Ну кто-то ебануться. Уж как-то быстрее, у кого получилось, тот и молодец. Хорошо. Все молодцы вообще, всех целую, всех мог люблю. Мог бы сказать тогда, чтобы я не это сам. Что мне тогда как делать? Как чешется, сука. Я же не знал, куда ты едешь конкретно. А лучше не чесать. Ах, не чеши. Сейчас помажу. Так, понятно. Помазанник. Так, на завод и на лесопилку, я тебя понял. Да. Ты просто поймешь, надеюсь, как спуститься туда. Ну там типа дороги нет, что ли, или что? Ну вот тут, если по асфальту ехать, там она завалена, там труба валяется. Тебе вот надо сейчас проехать вперед до поворота направо, чуть-чуть проехать по дороге и повернуть на проселочную. Угу. На проселочной ты переедешь через речку и выехаешь как раз к заводу. Ебать. А, я вижу эту трубу ебаную. Ее нужно объехать... Вот, по проселку вдоль речки, там будет брод. Через брод можно проехать и выехать как раз возле завода. А вы что делаете? Пизда, ты придумал, да? Припасы для лесопилки? Молодец. Да. И что везете? Сейчас мы, наверное, привезем все и сразу. Ну, я сейчас везу топливо и малые трубы. Сейчас Федя возьмет балки, а я потом вернусь и возьму запасные части, 4 штуки, у меня прицеп позволяет. Угу. Бля, мне что делать? Найди ей задание. Может, она возьмет? Ну, а, пускай еще тоже запасные части возьмет. А зачем? Ну, ты же только 2 возьмешь. Нет, запасные части я возьму 4, у меня большой прицеп с собой. Ну, мне надо Татру, я так понимаю, да? Ты, Влад, можешь улучшение вот тут рядом с тобой. О, да, улучшение собирай. Я хочу что-нибудь везти. А где лучше? Тогда езжай за Татрой.
А где улучшение рядом со мной? Блять, я въебался нахуй в хуем было какую-то. Улучшение впереди тебя чуть слева. Ну там они на карте нарисованы и есть секретные тоже. А как починить катерпиллер этот работяга, что-то я не понимаю. Впереди. А там этот включен? Квест? Да. Ну да, я брал его. Сейчас, секунду. Работяга. Бля, я тут его надо, его надо починить и доставить. Да, да, да. Ну все, появилась цель у меня, но мне, блядь, не хватит. Надо больше ремонтов. У меня мало. Так, ладно, я, короче, за Татрой. Я эвакуируюсь. Давай. Так. А трубу это надо будет убрать, да? Трубу мы еще не нашли квест, чтобы ее убирать. Блядь. А чё, я здесь не перееду? Да похуй, ладно. Наверное, не перееду, да. Не буду пробовать. А, вот я нашел тест на трубу, чтобы трубу починить. И чё там нужны? Да? Запасные части, блядь? Нет, металлические балки две, запасные части две, средняя труба одна, нет, малая труба одна. А мне надо что-нибудь с этой карты? Надо выполнять срочно. Нет, с той карты тебе ничего тащить не надо, все здесь есть. Так, окей, тогда я еду туда. Могу тоже. Ну ты не едь, просто эвакуируйся туда. А, кстати. Куда, в смысле? Влад, Федя, я сейчас я такую штуку придумал, Федя. Ну-ка. Смотри, сейчас, если мы активируем вот этот вот трубопровод в горах, как раз-таки здесь же, рядом с этим трубопроводом, металлические балки лежат. Их надо туда две штуки. Ты можешь их туда две штуки привезти, а потом поехать на лесопилку и привезти туда одну. Но у меня крана нет. Там не надо кран. Да, ну ладно. Короче, Влада, активируй трубопровод в горах. Это Blackbird. Блять, надо было переехать, а я не переехал. И что? А я что, могу не ехать на другую карту и телепортироваться разве? Ну конечно. В смысле, эвакуацию просто нажми. Ты эвакуируешься, тебя кидает в ближайший гараж, который открыт. Ну, на этой карте нет гаража. Ну. А я сейчас на Северном порту, на Татаре, и сейчас поеду... Ну, давай, правильно. А, ну все, теперь езжай к нам. У меня путает идея. Я думал, ты отсюда хотела к себе туда. А, нет. Не, ну я глупая, но не настолько. Ну ладно. Ты уверена? Нет. Ладно, шучу. Так, хорошо, вот это. Если был там гараж. Подарок потягу нам только. Да, мы сейчас здесь где-нибудь найдем ремонтный прицеп просто. А. Или можем купить ремонтный прицеп просто. А, купить ремонтный Блять! Нет, ладно, нормально. Господи. А кстати, что-то как-то раз мы уже привозили, мог бы вот со мной прицеп, и что-то с него не чинилось, нихера, по-моему. Это мы потому что взяли какой-то квестовый прицеп. Да? Что-то такое вроде было, да, я помню, да. Господи, будь что здоров. Это было, блядь? Коля взорвался. Блядь! Что такое говоришь? Металлические балки взял. Вот ты дебил, ясно? Кто ругается? Сука, чшшш! Коты, блядь! Я уже замолчать хотел! Так, я поехал за запасными частями для лесопилки. Какие-то тут ёлки несерьёзные. Падают от одного этого. Это тебе хорошо, что ёлки-то несерьёзные на самом деле. Это тебе плюс, если ты едешь на них. С одной стороны, блядь, да? Да. А с другой, когда я за них цепляюсь, они меня не могут поднять. Это да. Вот это вот. Короче, люби ёлки такие, какие есть. Бля.
закрыта дорога. Ну. Знаю я вашу закрытую дорогу. Все, я открыла. Разгрузил. Ура. Трубопроводу. Как называется? Трубопровод, что-то там. Вторая это. Моррисон Майнинг. Нет, не Моррисон Майнинг. Трубопровод в горах. Это. Вижу. Надо, да, ебать. Туда металлические балки два раза отвезти, но это изич. Там ехать-то, блядь, пешком можно тащить. Не с миром. Ну все, берем. А мне что? Я сейчас приеду. Вот, сейчас приедешь и разберемся. Будешь таскать все. Ну, за запасными частями поедешь. Сейчас и к трубопроводу. Скорее всего, да. Бля, я мог, кстати, взять. Че? Не удалять. И проедешь. Ну, в принципе, поебать. Да. Ты там мог кувыркнуться где-нибудь с ними и выронить. Я мог доставить к этому поехать обратно. Ну, чё уж теперь. Ну, да, и поехать уже, объехать. Ну, я еще учусь только логистом, ты чё? Бля, чё я тут... А в смысле? Не сюда. Дурачок я. Я уже обрадовалась, думаю, вот. Оба. Чё? Я встретил. Оба. Ой, блять, куда ты едешь нахуй в леса, поля? Секунду, кое-что придумал вообще с ума с этим. Охуеть, и опять. Запасная. А, блядь. А хотя. Кто, Кого здорово? Ебать, нет, Женя голова. А, вот. Надеюсь, все получится просто теперь. Сейчас я, бля, Федька вообще разъеб полнейший будет. Сейчас я, короче, беру малые трубы и большие трубы. Везу к тебе туда, вот на этот трубопровод. Потом поднимаюсь, беру. Ну или ты можешь. Короче, можешь подняться, взять запасные части сюда. Я туда же поднимаюсь, беру запасные части. Ты чинишь вот эту дорогу, и я просто похуй на асфальтовой дороге напрямик еду на лесопилку. Да. Давай так и сделаем. Да, да. Коннект. Посреди огней вечерних и гудков машин мчится тихий огонек моей души. Не знаю, какие песни. Чё? Я вообще-то говорил еще две сессии назад, что надо выучить эту песню со мной. Да. Не помню. Это было так давно. Ведь ничего страшного. Это не то, что было давно, это было столько времени ее выучить. Да. Ты смотри, а как вот вывернул-то. Короче, я, если что, не могу купить кольцо. Ну, я купить могу, а взять не могу. А почему? А у тебя, наверное, дышло нету, да? Да. Беда. То, что я хотите, могу купить, или сами купите. Ну, я поехал что-то другое делать. А так, а да, сервисные взять, там ремонт и хера. Да чинить, куда их чинить? Ну, не свойственно. Так, дальше что? А на складе что можно взять? Складе? Малые и средние трубы, а ты сам их возьмешь, да? Да, я сейчас трубы как раз возьму. Так, а мне надо что-то помочь? Ты уверен, я могу туда доехать сейчас взять? Куда? За трубами. Ну, я уже здесь просто. Нет. А, ты там. Да, я там. А запасные части где я возьму, блядь? Запасные части. А, я... А, блядь, да, где я возьму? Секунду. Сейчас. Я, короче... Тут нужно мне объезжать опять все. А, блядь, да. Понял. Я еще тоже, ты когда предлагал, откуда думал, в смысле? Не продумал. Сейчас, секунду. Тогда подождите. Один момент. Давай я за трубами поеду.
Да я уже здесь за трубами, блядь, приехал. Всё. Там у тебя есть трубы? Да, у меня тут все трубы, а ты... малые, средние. О, Влада, бери запасные я части. Я на этой карте. Это где? Станция, ну, ты бери задание, станция трубопровода. Трубопровод в горах? Да. Да. Молодец! Так быстро. Вот, станция, езжай на станцию обслуживания, там бери две запасные части и езжай на место, где их выкладывать. Это быстро, это близко. А, во, я прям вижу, вот оно. Да, вот оно близко станции обслуживания, и сразу эти стрелочки вниз. А что-то еще из этого квеста надо взять, помочь привезти? Запасные части, да? А мне Паша пошел с дробовиком стрелять. Ебать, там дробовик? Это не просто, это дробовик нунчаки. Это дробовик нунчаки. Нихуя себе. Минус один. Он меня бьет. Блять, напился, блять, и буянник. Пьяный мужик, говорю, в семье. Бьет жену. Массаж для геймера. Массаж для геймера, говорит. Я хотел массаж пиписьки. Нужен не для геймера. Так, это чтобы драться собака, корса и Владалили. Ебать, ты что там жилет вообще? Лес рушишь. Разрушитель лесов. А пускай на стрим заходит, смотри, как мы играем. Скажи ему. Паш, хочешь посмотреть, как мы играем на стриме? Так да не спрашивай, скажи. Посмотреть. Паш, требую, чтобы ты зашел на стрим и посмотрел. Он и так говорит, можешь посмотреть. Да, он же и женка может посмотреть. Ну так он меня не услышит. Нахуй знает. Что-то не нравится? Я уже забыл. Что, что там в школе было? Я помню, ладно, был то ли. Угу, части взяла. Езжай к трубопроводу. Угу, еду. Ты молодец. Ну, а то. Ты прям радуешь сегодня. Учусь. Молодец, молодец. Ну, я это выспалась немножко. Да, вот охуенно, конечно. Правда, не совсем, конечно, но... Лучше, чем... Бывает. Дрифт. Почти. А, бля, тут дорога. А. Были деревья и нет деревьев больше. Ага. А чё надо взять? Что-то я тупанул. Нихуя. Не то задание. Я взял, я хотел... Бля. Бля, это слава. Жень. Да. Задание кирпичи в реке, там кран нужен, да? Да. Так вот. Блять, понял. Что-то я доставку в деревню буду выполнять. Это Егор Крик. Блять, Паша нехуй делать, он решил до меня доебываться. Я все понял, вот тактику. Паша, приезжай ко мне в гости. Паш, приезжай к Феде в гости. Ну, он так сказал. Спроси его, можно будет отпиздить? Он спрашивает, можно ли тебя будет отпиздить? Ну, если постарается, может, у него получится. Если постараешься, может, у тебя получится. Нунчаками. Слышишь, ладно. Нунчаками тебя будут бить. Супер. Секундочку. Что я? Возьми, пожалуйста, задание доставить в деревню этот контракт. Это где? Это в Enterprise. JR Enterprise. Угу. Давай ты, сука, да. Давай, Колян. Ты, сука, да. Коля. А?
Николаус. Мне, я сейчас там буду разговаривать. Старина, привет. О, да, нихуя себе, Голливуд, здорово, вот это люди. Вы знаете вообще, кто Голливуд, легенда, ебать. Пока не знаю. Халк Хоган, что ли? Фотограф? Нет, стример. Так, блядь, средний стрим, стримлер. С Новым годом, огромное счастье, крепкого здоровья тебе и чату. И тебе с Новым годом, дорогой мой. Рад тебя видеть. И ему тоже. А что мне еще брать? Я привезла запасные части. Что еще привезти? И твоим друзьям, которые с тобой, естественно. Спасибо. И ему тоже. Спасибо, и тебе тоже. Че, как жизнь вообще? Фетя, ты какой квест взял? Может, и Влади что-нибудь тоже взять? Я доставить деревню взял, она может взять расходники. Да, можешь взять расходники, Влад. Влада, разворачивайся, да. А че, че? Почему? Давай, давай, езжай. Ох, нихуя себе у тебя там. А где найти телекту? Внизу ссылочка, возможно, Влада уже кидает. Все, трубопровод починен, дамы и господа. Нихуя. Замечательно. Похлопаем. Клэп. Всем пока.